Всем здравствуйте, с вами я и больше никого вокруг. Вот. Сегодня мы находимся в потрясающем театре, именно здесь, благодаря театральной акустике, театральной публике, я впервые в жизни почувствую буквально через некоторое время себя настоящим, что ни на есть, Кастратом Фаринелли. Было предложение почувствовать себя Кастратом Церетели, но, к сожалению, я не умею делать скульптуры, только могу вставать на мостик. А вот человек, который не только встает на мостик, но и ставит на мостик, причем уже не одно поколение женщин. Дамы и господа, именинник сегодняшнего вечера Руслан Олехно. Ну, с днем рождения, Руслан! Спасибо. Я очень старался уговорить организаторов сегодняшнего мероприятия, чтобы мне дали гримерку 69. Мужчины меня поймут, почему именно 69. Но дали 96. Ну что ж, спина к спине, так не проблема. С этими людьми я не против быть спина к спине. Там сидит человек, который хорошо поет. Александр Панайотов, почему сегодня такой некий человек-катафалк сидит здесь? Почему, Александр, вы сегодня столь готичный? Ну, я решил как бы вообще стать готом. Хорошо, Александр, а не планируете ли вы удалить как-то ребра для того, чтобы быть чуть более готичным? Разве что вам. Я удалю сейчас пару ребер, если вы будете еще домогаться. Александр, мне кажется, что ничего. Мы сейчас поговорим с великой народной певицей Мариной Девятовой. Причем с каждым годом ее фамилия увеличивается в звучании. Самое как, когда ты будешь Марина 69-го. Марина 9-го! Аплодисменты! Я тебя боюсь. Марина! Да, здрасте. Почему театр? Ведь сегодня же благотворительный фонд. Какие благотворительные поступки делаете вы? Финансовые. Сколько в год в среднем денег вы выделяете на благотворительность? Главное ведь не сколько, Алексей. Главное делать это стабильно. И кому давать еще тоже. И кому давать тоже стабильно надо. То есть даете вы разборчиво? Обязательно. Прекрасно. Впервые в жизни встречаю женщину, которая дает разборчиво деньги. Мы пройдем на сцену. Дамы и господа! Мы находимся за сценой. Сейчас звучит песня, поэтому неловко говорить громко. Люди буквально замерли, потому что исполнение хорошее. Я не знаю, кто это поет, правда. А кто это поет? Здравствуйте. Это Зара. Зара? Это Зара так поет? Я не узнал ее сзади. Это же Зара. Конечно. Вот что делает достойный армянский корень в человеке. Ну что ж, пойдемте дальше. Здравствуйте, не уходите, пожалуйста, подождите. Значит так, у меня к вам деловое предложение. Мы женимся с вами. Возможно, это все будет освещаться на russia.ru. Но давайте. Думать на самом деле. Давайте подумаем, я засек время. И? Я выступаю через немножко времени. Теперь вы понимаете, почему я храню девственность по сей день, поскольку именно вот так со мной поступают все женщины. А что за шоу-балет у вас? Тодос? Неизвестный шоу-балет. Совсем неизвестный шоу. А Аллу давно увидели? Вчера. Вчера? Передайте ей огромный привет от Валерия Леонтьева. Он очень хотел, чтобы это передалось. Проходите. Заходите. Заходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Лежит на сердце, скажи, тяжкий груз. Тяжкий груз. Да, Владимирский централ, ветер северный. Когда я чего-то там зла. Да-да-да. Но не очко, а обычно губит. Скажи, а к 11 туз. Правильно, совершенно верно. Совершенно верно. Что я к чему? Детей не учу, детей я делаю. Ну что ж, дамы и господа,